Двое раненых и полсотни задержанных. Таков результат потасовки в харьковском пабе «Стена». Драка была недолгой, громкой и международной. Украинские футбольные фанаты против голландских. В городе сегодня футбольный матч «Шахтер Фейенорд», и болельщики приехали поддержать свои клубы, а в итоге разгромили бар. Подробности расскажет Светлана Шакера. Накануне около 10 вечера в зале небольшого паба «Стена» было многолюдно. Несколько столиков занимали семеро голландцев с девушками. Иностранцы приехали в Харьков на сегодняшний футбольный матч. В какой-то момент времени они вышли покурить, и потом они забегают сюда, за ними вламывается толпа. Толпа человек, ну, за 20. Вот, девчонок начинают прятать в подсобные помещения ребята, а все ребята, включая голландцев, держат оборону на входе. Паренек был чемпион Харьковской области по армрестлингу, крупный. Он вперед вышел, он сразу по два голландца выкидывал из паба. Когда нападающие не смогли попасть внутрь через двери, полезли в окна. Они перекидывались там подручными средствами, бутылками, камнями, палками. Они пытались закинуть сюда, вот, а ребята этими же камнями пытались отогнать их от окон. Кричали «хулиганс», ну, нападали голландцы, а «Фейенор хулиганс» были крики. Противостояние длилось всего несколько минут. Разнимать фанов приехали 10 патрулей полиции. Двух громадян Нидерландов, которые являются вболевальниками футбольного клуба. Они были доставлены до лекарни. Один 22-летний громадянин с пораненням шеи до областной клинической лекарни. Это порез склом. И 40-летний с зашибом мягких тканин до лекарни швидкої допомоги. Кто именно нападал, в полиции четко не говорят. Мол, сами сейчас разбираются. Ночью в участок доставили 52 человека. 40 из них граждане Нидерландов. Полиция всех опросила и отпустила. Сейчас работают с видеонаблюдением, работают с хозяином кафе. Голландцы обязались, насколько мне известно, погасить ущерб за разбитое стекло или окна. И будет решен вопрос, это будет административная ответственность или уголовная. Голландец, который во время драки пострадал больше всего, говорят в полиции, никаких пояснений не дает и претензий никому не имеет. Правоохранители же готовятся к сегодняшнему матчу. На стадионе «Металлист» встретятся украинский «Шахтер» и голландский «Фейенорд». Светлана Шакера, Александр Яновский. Подробности телеканал «Интер Харьков».